Stimate domnule ambasador extraordinar și plenipotențiar Valerii Ivanovici Cuzmin, în data de 21 noiembrie 2023 s-a împlinit un deceniu de la debutul Euromaidanului din Ucraina. Pentru o bună înțelegere a situației, vă rog să ne spuneți pe scurt istoria acestui moment. Ну, история произошедшего кратко быть изложена почти не может. Начнем с того, что Майдан, десятилетие которого в эти дни отмечается, он продолжался до февраля 2014 года, он был как минимум третьим Майданом. Первый произошел еще в период перестройки, ближе к концу периода перестройки при СССР. Второй в 2004 году, известная помиранчевая оранжевая революция, в результате чего был установлен до сих пор непревзойденный рекорд демократии, когда для выбора нужного Вашингтону и Западу президента был организован третий тур президентских выборов. Да, также и вот третий Майдан, который случился с конца ноября 2013 года и завершился уже в феврале 2014 года, он может быть более-менее объективно оценен только с вершины нашего сегодняшнего дня, нашего сегодняшнего знания. Если очень коротко сформулировать, то тогдашняя оппозиция законно избранному президенту и большинству в парламенте, которое представляла партия регионов, с помощью, активной помощью из-за рубежа, сумела осуществить антиконституционный государственный переворот. Не инсуррекция, а поворот. Кудета. Инсуррекция – это восстание. Нет, а кудета – это уже переворот. Ну, вам виднее. Перевод можно подкорректировать. Ну вот, значит, формально поводом для первых протестов массовых на Майдане, это в центре города Киев, было решение президента Януковича на время отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое намечалось на 28-29 ноября 2013 года. И поэтому многие в Европе, по крайней мере, трактовали это как некий поворот в политике Киева, направленный против сближения с Европой и так далее и тому подобное. В действительности Украина в тот момент оказалась в довольно сложном экономическом положении, и попытавшись получить льготный займ, кредит у Международного валютного фонда, в обмен получила следующие требования. Требования сводились к тому, что надо немедленно повысить тарифы на газ на 40%, почти в полтора раза, заморозить зарплаты и пенсии, и реальными последствиями могли стать увольнение нескольких сот тысяч рабочих. То есть появилось бы, по оценкам, до 400 тысяч безработных на Украине. И в этот момент готовилось вот это подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Как я понимаю, президенту Януковичу, который никогда особой принципиальной линией в своих государственных делах не отличался, пришла мысль о том, что, наверное, Евросоюз, раз мы подписываем с ним ассоциацию, должен как-то помочь нам в трудном положении. Ну, не будем углубляться в детали, вот. Ему объяснили, подписывай, или мы подпишем это соглашение с кем-то другим. На твоем месте подразумевалось, на месте президента. Плюс нужно понимать, что такое соглашение об ассоциации с Евросоюзом в тот момент, несомненно, требовало определенной корректировки с учетом того, что Украина, являясь членом СНГ, Содружества независимых государств, участвовал в десятках различного рода соглашений, в том числе очень важным с точки зрения ассоциации с Евросоюзом, соглашение о свободной торговле. Вот. А в соглашении об ассоциации предусматривалось установление, там сложное название, углубленные, всеобъемлющие зоны свободной торговли со странами Евросоюза, у которых зоны свободной торговли с остальными членами СНГ не было. При этом, о чем не говорится в большинстве хроник Майдана, которые вы найдете в интернете, со стороны России был сделан существенный жест поддержки. Украине был предоставлен
значительный займ, если мне память не изменяет, 3 миллиарда евро, который был не в виде там, наличности или какой-то натуры, вот, а представлен в твердой валюте и как-то там называется, где-то в Лондоне он должен был быть зафиксирован, там что-то такое. В общем, короче, этот займ был предоставлен. Через лондонскую биржу как-то он предоставлялся, то есть в конвертируемой форме. То есть его можно было использовать, украинское правительство будущее его использовало успешно. Только уже не Янукович. Вот. И как следствие этой ситуации, конечно, в стране, я еще раз подчеркиваю, тяжелое было положение. Было много недовольных экономическим положением. Было много недовольных коррупцией, которая процветала при Януковиче. Сейчас, кстати, вот через уже сколько, 10 с лишним лет, ведущие деятели офиса президента Зеленского утверждают, что коррупция – это неотъемлемое свойство украинского национального характера. Так же, как вранье. Национального характера, да, сказал? Это характер национального. Вот. И вранье, сказал, да? Ну вот. Поэтому события Майдана очень сложные, они развивались по такой изломанной траектории, не по прямой линии. Но если говорить в целом, тем более, что очень скоро подлинные инициаторы, спонсоры Майдана открыто стали об этом говорить, если в целом вот этим народным недовольством, отказом от подписания соглашения, точнее предложением перенести это, подписание для того, чтобы глубже изучить эту тему, в том числе вот по поводу зон свободной торговли и других вопросов, воспользовались те силы, которые давно готовились, мы точно знаем, готовились Соединенными Штатами Америки, для того, чтобы совершить антиконституционный переворот, как они считали, для того, чтобы вытеснить оттуда Россию, которая якобы... сторонником которой якобы был вот президент Янукович. В свое время, во время второго Майдана в 2004 году, Соединенные Штаты, как я уже говорил, новаторскими демократическими методами сумели продвинуть президента Украины своего ставленника Ющенко. Так что сказать, что это вот началось прямо вот 21 ноября 2013 года, это немножко наивно. При Ющенко, кстати, начался резкий поворот к возрождению неонацизма, героизации коллаборантов нацистской Германии и конкретно Бандере и кому-то еще Шухевичу были официально присвоены звания, естественно, посмертно, героев Украины. Это было еще тогда, до 2012 года, когда пришел к власти Янукович. Ну а что касается роли США, то США сами не отрицали этого. Знаменитая Виктория Нуланд, которая и сейчас заместитель государственного секретаря в США, уже тогда открыто, она не только раздавала печенье и бутерброды, кстати, не только майдановцам, но говорят, что и Беркутову тоже, она открыто сказала, что мы вложили 5 миллиардов долларов в развитие демократии на Украине. А вы знаете, что американцы относятся серьезнее всего к одной теме, к деньгам. Так что такие капиталовложения они не могли просто бросить без пользы для себя. Так не бывает. Ну и впоследствии, когда после уже Майдана формировалось новое украинское правительство, в конце Майдана, точнее, сразу после него, знаменитая запись телефонного разговора Виктории Нуланд рассказывает, как она оценивала роль Евросоюза, который сыграл неблаговидную роль в этом кризисе. Она его, как это сказать культурно на румынском языке, послала далеко, чтобы не вмешивался. Вот. Ну а Европейский Союз сыграл, я почему говорю, неблаговидную роль? Потому что он, конечно, симпатизировал оппозиции. Он был за скорейшее подписание соглашения об ассоциации и так далее. Вот. В результате, казалось бы, ближе к окончанию Майдана, в 20-х, какого-то точно, я не помню, 18 что ли, в феврале уже следующего года было подписано политическое соглашение между оппозицией и Януковичем о мирном демократическом урегулировании кризиса. Янукович отказывается выставлять свою кандидатуру,
И до конца года проходят свободные демократические выборы. И будут свободные выборы. Без вот этого насилия Майдан превратился фактически в очаг политического насилия внутри Украины. Это, он был не единственным. Были разные акции по другим городам Украины, в том числе захват оружия, например, в полицейских участках и так далее. Тем не менее, Майдан был главной язвой политической. Вот. И Европейский Союз выступал гарантом этого соглашения. Но на следующий день те силы, которых он поощрял, то есть силы оппозиции, радикальной прежде всего, неонацистской, по большому счету, уже сейчас это очевидно, оппозиция, они порвали это соглашение и начали охоту на Януковича, законно избранного президента на тот момент. Через несколько лет после Майдана президент Путин дал развернутое интервью, где изложил свои оценки и некоторые факты, связанные с Майданом, участием России в этом. Он рассказал, что тогдашний президент США Обама, Барак Обама, обращался к нему напрямую с тем, чтобы он убедил президента Януковича не применять насилие на Майдане, особенно не применять армию, потому что смести Майдан, разгромить его было можно, но для этого нужно было применить силу оружия. И Путин такую работу с Януковичем провел, и практически весь Майдан, силы правопорядка, прежде всего вот эта полиция специального назначения, которая на Украине тогда называлась «Беркут», она была обезоружена, у нее не было огнестрельного оружия для того, чтобы сопротивляться восставшим, использовавшим коктейли Молотова, а ближе к концу Майдана воздействовать на эту толпу, которая уже вела и огонь из огнестрельного оружия, не говоря уже о снайперах, сидевших у них в тылу в гостинице «Украина». Сейчас это все стало известно, тогда многие из этих деталей не были ясны, но примерно полтора месяца назад, в октябре, состоялось, наконец, завершающее заседание в одном из районных судов города Киев, на котором судили безоружных тогда беркутовцев, то есть полицейских и специальной полиции по борьбе с беспорядками. То есть судили безоружных полицейских, а все вооруженные тогда участники вот этой майданной, как ее назвать, контрреволюции, да, или майданного переворота, они были амнистированы сразу еще по ходу Майдана. Их невозможно судить, даже если они убили кого-то, не имеет значения. Ну вот так, если коротенько, вот это по самому Майдану, ну у него было много других обстоятельств, которые представляют интерес, но для этого нужно, наверное, книгу написать. Я, честно говоря, не так заинтересован в этой теме. Хотя там, возможно, уже, по-моему, есть некоторые книги на эту тему. Единственное, что стоило, может быть, добавить, что, чтобы для полноты картины, что Янукович бежал из страны в результате, поскольку вооруженная оппозиция на него устроила охоту, а часть регионов, прежде всего Донбасс, не приняла эту майданную революцию, рассматривая ее как, именно как антигосударственный переворот и направленную в значительной степени против населения Востока и Юго-Востока страны, преимущественно русскоязычного. Хотя русский язык на Украине, ну, в то время знали все, никто этого не отрицал. Репрезентантul Ministerului Rus de Externe Maria Zaharova a declarat cu prilejul împlinirea a 10 ani de la evenimentele de atunci că Ucraina s-a transformat într-o republică autosuficientă, dezvoltată industrial și populată, a fost sigur SS într-un teritoriu sărac și pe cale de dispariție. Țara și-a pierdut independența de stat și este întreținută de colonizatorii occidentali care îi determină politica internă și externă. Acest lucru este practic recunoscut și de oficialii ucraineni care se plâng acum că fără ajutorul occidental bugetul Ucrainei se confruntă cu o lipsă de 29 de milioane de dolari. Cât de gravă este situația în Ucraina în momentul de față? Насколько мы можем судить, это достаточно объективная оценка ситуации на Украине. Насколько велика дыра, я не стану говорить, поскольку тут надо внимательно отслеживать информацию, но если следить за тем, как обсуждается на Западе оказание помощи Украине, какие суммы фигурируют, то
мы можем сказать, что нужны десятки миллиардов долларов уже в следующем финансовом году. В этом году известно, что государственный бюджет Украины, речь идет не об общей помощи, не о военной помощи. Вы знаете, что в этом году Евросоюз один каждый месяц предоставлял Украине 1,5 миллиарда евро, порядка 1,5 миллиардов евро. И фигурирует такая цифра, что, значит, бюджет Украины в этом году где-то больше, чем наполовину, может быть, почти на 2/3, зависел от иностранной помощи финансовой. На будущий год он будет зависеть на 100% по таким проектам, или прогнозам, точнее. Кроме того, нельзя пройти мимо таких фактов вопиющих, как, вот, скажем, справедливо упоминающееся резкое сокращение населения Украины. Советская Украина вышла из СССР, имея примерно 50 миллионов населения и пятую в Европе экономику по величине. К примерно 2021 году, накануне начала специальной военной операции России на Украине, население Украины оценивалось примерно в 35-37 миллионов человек, хотя пессимисты говорили, что оно уже меньше. В частности, об этом свидетельствует желание изменить число депутатов Верховной Рады, сократив его до 300. Это пропорционально было бы населению в 30 миллионов. Ну, точных цифр нет. В 30 миллионов это 300 человек соответствовало бы 30 реально. Вот. И здесь речь идет не только о том, что в Луганске и в Донецке были созданы народные республики, Запорожская и Херсонская области тоже проголосовали за выход из Украины и присоединение к России, то есть произошла убыль населения. Но сейчас, по оценкам американских военных экспертов, население, которое находится на территории, контролируемой Киевом, не превышает 18-20 миллионов человек. Насколько мне известно, я не могу сказать, что я самый большой специалист по экономике Украины, насколько мне известно, на будущий год на Украине ожидается небольшой рост ВВП в пределах нескольких процентов, а также в следующие годы. И это происходит, однако, на фоне падения этого ВВП в прошлом году на много десятков процентов. Злые языки говорят, что больше 50, другие говорят, что немного меньше. Поэтому, несомненно, экономическое положение Украины сейчас катастрофическое. Самостоятельно эта страна не может существовать. И даже не может, вот я подчеркиваю, она нуждается в огромной бюджетной помощи. Она не может платить зарплату своим государственным служащим, не может платить пенсии пенсионерам, поскольку таких средств у нее сейчас нет. Ее экономика разрушена, ее население значительно уменьшилось, в том числе уменьшилась рабочая сила. Много споров по поводу того, каковы реальные потери ВСУ в ходе специальной военной операции. Но все признают, что многие десятки тысяч, даже сотни тысяч взрослых здоровых мужчин просто уже погибли, считаются пропавшим без вести и так далее. Соответственно, рабочая сила исчезает. Вот примерно так можно сказать в ответ на ваш вопрос, какова сейчас экономическая и в целом ситуация на Украине. При этом на Западе мы видим явное снижение интереса к этому бедственному положению Украины в связи с тем, что разрастаются другие конфликты в мире, прежде всего на Ближнем Востоке. В Соединенных Штатах приближаются выборы, а среди избирателей никак не может пользоваться популярностью идея заплатить Украине десятки миллиардов долларов, неизвестно за что, когда она не может победить на поле боя. Вот так вот. Republica Moldova urmează calea Ucrainei, făcând totul pentru a rupe relațiile cu CSI. Autoritățile de la Chișinău susțin în mod deschis regimul neonazist de la Kiev. În ce cheie poate fi citită participarea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la așa numitele evenimente ceremoniale din capitala Ucrainei cu prilejul celei de-a 10-a aniversare a Maidanului? Да, это хороший вопрос. Хотя Молдавия – это не первое государство, которое пытается выйти из СНГ, порвать все связи
со своими историческими соседями, партнерами. Вы знаете, что сейчас ведется речь со стороны Евросоюза о том, что в перспективе для кого-то в ближайшее, для кого-то в среднесрочное открытие переговоров о членстве в Евросоюзе не только Молдавии, но и Украины, но и Грузии. Грузия в свое время, выходя из СНГ, сохранила, я не могу точно сказать но несколько десятков соглашений, в которых она находила для себя экономический интерес. Не являясь членом СНГ, эти соглашения оставались для нее в силе. И сейчас, как мы знаем, Грузия восстановила в значительной степени экономические связи с Россией, другими многими странами СНГ, и благодаря этому имеет определенные экономические преимущества. Что касается визита Майи Санду на десятилетие Майдана, мы с вами уже обсудили, насколько это торжественное праздничное мероприятие. Вот. По этому поводу скорее надо было бы устроить день скорби, поминовения. Но это с учетом того, что и на Майдане погибли многие люди, и к чему, к какому количеству жертв в ходе различного рода беспорядков, впоследствии военных действий этот Майдан привел. Поэтому, будучи человеком ироничным, я был склонен ответить на ваш вопрос, что Майя Санду решила поехать на празднование годовщины Майдана, чтобы перенять, воспользоваться передовыми практиками нынешней украинской демократии по развалу собственной страны, уничтожению населения и так далее и тому подобное. Но я думаю, что прежде всего мотивом было проявление евроатлантической солидарности, поскольку сейчас ни одна страна, которая ориентируется на НАТО, на Евросоюз, конкретно на Вашингтон, не может себе позволить не проявить так называемой солидарности с Киевом. Но, в принципе, если мы посмотрим на политику, которую проводит Майя Санду, не только внешнюю, но и внутреннюю, она в значительной степени копирует те же самые принципы, те же самые методы, которые применялись последовательными постмайданными правительствами и президентами в Киеве. Например, мы про Майдан вспоминали о том, что Майдан в первую очередь нанес ущерб или, скажем так, внес раскол в украинское общество по линии этнического раздела между украиноязычной и русскоязычной частью Украины. Ту же тактику практически. Наступление на русский язык сейчас демонстрирует Майя Санду. Те же репрессивные, прямо скажем, меры против свободных, независимых средств массовой информации, в том числе российских на русском языке. Вот я знаю, что в Молдавии говорят, русские, все русские СМИ это политизированы. В действительности, там, конечно, были еще при мне, когда я там был послом, да и после этого в такой же степени представлены российские каналы. Но это в основном развлекательные каналы. Практически политические передачи там практически отсутствуют. Ну, за небольшим исключением. На чем ты споткнулся? Развлекательные. Entertainment. Channels. Divertissement. Да, вот что-то в таком духе. Ну вот, вот примерно так, коротенько. И дальше то же самое, вот сейчас выборы проходили, тоже вмешательство в избирательный процесс. Конечно, до третьего тура в президентских выборах пока не дотягивают, но это еще впереди. Într-un interviu acordat publicației britanice The Sun, chiar în 21 noiembrie 2023, președintele ucrainean Vladimir Zelensky a făcut o afirmație cel puțin interesantă. El a precizat că până la finele acestui an, un fel de operațiune Maidan 3 ar putea fi desfășurată în Ucraina. Ce anume ar însemna acest lucru, având în vedere că în Ucraina este în plină desfășurare o operațiune militară specială, al cărei scop este denazificarea, adică practic anularea unuia dintre efectele dezastruoase ale Maidanului din 2013? Nu, заявление, которое делает президент Зеленский, известный достаточно уверенно в довольно серьезном употреблении наркотических веществ, иногда бывает довольно странно.
Ну, для начала скажем, что обвинять Россию в намерении провести Майдан, то есть некое антиконституционное, часто связанное с насилием, с беспорядками мероприятие, это выглядит очень неубедительно. Методы России известны. Нас в этом обвиняют, хотя в действительности это делали сами жители Крыма в свое время, потом Донбасса, Запорожской и Херсонской области. Когда наступает момент, они выходят на референдум и голосуют. В этом Россия может поддержать кого-то. Как я вам упоминал, вот по просьбе Барака Обамы, президента США, Путин убедил в свое время Януковича не использовать серьезную военную силу на Майдане, чтобы разгромить это восстание. Что касается других событий каких-то, которые происходили там, вот, например, вот могут сказать о специальной военной операции. Это же вы напали на Украину. Ничего подобного. Тот, кто внимательно следил за событиями, кто не хочет закрывать глаза на факты, он должен вспомнить о том, что это Украина усилила военное давление на тогдашние две народные республики, Луганскую и Донецкую. В том числе обстреливала так, как делают перед началом наступления, очень интенсивно. Тогда эти республики, Донецкая и Луганская, обратились к России за помощью. Россия подписала с ними договоры о взаимопомощи. Это означало в том числе международное признание этих двух республик. Для международного признания, кстати, достаточно признания одного государства по практике международной. Этим государством была Россия. Более того, президент Путин обращался к руководству тогдашнему и нынешнему еще, но менее отравленному наркотиками, президенту Зеленскому, отвести войска, перестать угрожать жизни гражданского населения в этих республиках. Он не отреагировал. Ну вот. А в результате получилось то, что, в общем-то, и получилось, что пришлось воевать в защиту мирного населения, в защиту русского языка против неонацизма, все более зрелые формы приобретающего сейчас на Украине. Становится все более зрелым. При этом могут сказать, ну они же нарушили Конституцию Украины, не проведено было общеукраинского референдума. Есть такие законники, юристы. Вот. При этом они демонстрируют, эти люди демонстрируют незнание основ международного права современного. Еще в 1970 году на основе устава ООН была принята специальная, единогласно в ООН, была принята декларация о принципах межгосударственных отношений, касающихся дружных отношений и взаимодействия государств в соответствии с уставом ООН. Декларация о принципах международного права, применимых к дружественным отношениям между государствами. На основе устава ООН. Сказал. Хорошо. Ну вот, в этой декларации проведено определенное, так сказать, разъяснение, если хотите, соотношение принципов права народов на самоопределение и известного принципа уважения суверенитета и территориальной целостности государств. Право нации на самоопределение. Self-determination. И территориальная целостность. Territorial integrity. Эти два принципа кажутся противоречивыми, потому что они друг с другом невозможно их объединить. Ну, для непрофессионального взгляда. А в действительности там написано, что право нации, народ имеет право на самоопределение в том случае, если он находится на территории большого государства, правительство которого представляет население всего этого государства и соблюдает такие принципы международного права, как права человека, свобода религии, отсутствие дискриминации по любым поводам – расовым, языковым, этническим, религиозным и так далее. Все эти условия Киев нынешний и тогдашний, когда началась к нему неприменимо. Он не соответствует этим условиям. То есть население этих регионов востока Украины в соответствии с международным правом имело полное законное юридическое право на самоопределение. Что они и сделали, проведя референдум на своей территории, да, и плюс уважать вот те принципы. То есть нынешний режим в Киеве, он не отвечает тем требованиям, которые давали бы ему право настаивать, что
вся Украина, или там, мы не будем слушать вас, что вы там хотите, какие у вас есть желания, мы вас игнорируем. Вы, как началось, чего после Майдана? Объявили террористами их? Антитеррористическую операцию открыли? Вот так, кратенько. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a precizat că Ucraina a fost pregătită să fie târâtă în NATO. Regimul de la Kiev, care a ajuns la putere în urma unei lovituri de stat, a fost încurajat să creeze amenințări directe la adresa securității Federației Ruse, la granițele acesteia și să extermine tot ce se rusesc în Ucraina. Legile sale, în sistemul educațional, în mass media, în cultură și așa mai departe. Criza securității europene continuă. Sperăm că politicienii care tind să observe și să analizeze faptele vor trage concluzii din ceea ce se întâmplă. Nu sunt mulți, dar au mai rămas câțiva. Vedem cât de ferm se mențin țările din sudul global și din majoritatea mondială pe poziția de a-și proteja interesele naționale mai presus de toate. Din acest punct de vedere, ele nu doresc să se alăture sancțiunilor antirusești și nu doresc să participe la nicio campanie organizată de Occident în care oamenii sunt literalmente împinși la diverse evenimente pentru a vorbi în favoarea Ucrainei și a condamna Rusia, acuzând-o de toate păcatele. Având în vedere aceste lucruri, acțiunile Washingtonului și ale Occidentului colectiv pot fi interpretate ca o încercare disperată de păstrare a hegemoniei la nivel mondial, deși este evident că acest lucru, păstrarea hegemoniei, devine tot mai mult o iluzie pentru Occident. Да, я считаю, что вы очень правильно уловили вот главный нерв, главный смысл происходящих событий в мире. Действительно, кризис на Украине был фактически спровоцирован Западом, потому что, если вы помните, напряженность нарастала долгое время. В расчете на то, что удастся нанести серьезный удар по России, олицетворявший все последние годы курс на независимое развитие государств, на равноправное международное сотрудничество в контексте формирования многополярного, или, как сейчас иногда говорят, полицентричного нового международного глобального порядка. Равноправие на равноправных основах, сказал. Хорошо. Эффект оказался обратным планом, который вынашивали в Вашингтоне, в Брюсселе, в НАТО. Когда в декабре 2021 года они отвергли предложение Российской Федерации о заключении специальных договоров между Россией и США, а также между Россией и НАТО, о гарантиях национальной безопасности России, в соответствии, кстати, с документами ОБСЕ, например, они рассчитывали, что в результате действий Украины им удастся либо нанести России поражение, либо добиться того, что население России почувствует недовольство в результате развала экономики по причине многочисленных санкций, почувствует недовольство и свергнет режим Путина как слишком независимый, слишком неудобный для Запада. При этом Вашингтон и в целом НАТО фактически отбросили как ненужные бумажки, подписанные прежними президентами Соединенных Штатов и руководителями других стран, членов ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, куда фактически и вся НАТО входит тоже, да? Которые говорили о том, что безопасность в Европе неделимы. Нельзя, чтобы одно государство или группа государств укрепляли свою безопасность за счет других. Сказал, да, за счет других, да? Они фактически стали утверждать, что гарантия безопасности может дать только НАТО. Как можно было, представь себе, как Москва могла поверить этому, когда этот блок, начав с того, чтобы предложить некое партнерство, обещав на словах, что не будет расширяться, приблизился к границам России на тысячи километров в некоторых местах, да? А в некоторых местах напрямую, вот сейчас Финляндия на границе России находится, прямой. Вот. А в результате того, что произошло в действительности, авторитет коллективного Запада, НАТО, США, в действительности в мире в значительной степени оказался поколеблен.
Это касается многих аспектов. Например, против России объявили множество санкций и заморозили наши суверенные активы. То есть прибыль от нашей внешней торговли. Это противоречит всем законам, святым принципам частной собственности, капитализма и демократии. Каков результат, эффект таких действий Запада в отношении России? Многие богатые государства стали ощущать, что их капиталы, их активы, хранящиеся в западных банках, номинированные в долларах, они находятся под угрозой. Вашингтон в любой момент может их как минимум заморозить, как вот он, например, в свое время заморозил иранские активы на десятилетия. Вот, в результате люди стали продавать американские трежерис, вот эти вот ценные бумаги американского федерального казначейства, хотя он не государственный в действительности, ну вот ФРС называется, Федеральная резервная система, что ли, да? Ну да. И стали приобретать больше золота для своих резервов. Ну и так далее. Вот. В БРИКС, например, разрабатывают различные системы международных платежей и, возможно, даже какой-то электронной валюты. Российский центральный банк тоже какой-то электронный рубль сейчас разрабатывает, чтобы не зависеть от западной системы платежей. И в мире оказалось, что уже дважды было продемонстрировано на саммитах так называемой группы 20. Оказалось, значительная группа государств, представляющая большинство человечества, которые намерены проводить независимую политику, не подчиняться диктату Вашингтона, НАТО, кого хотите там, а проводить в своих собственных интересах независимую политику в международных делах. Чем mai mult decât atât, știu că se vorbește chiar de o monedă BRICS și de asemenea o parte din țările BRICS fac decontări în monedele naționale. Сау на альте монеде, как марфин юань. Совершенно верно, да. Ну, не в основном с помощью юаня, но тем не менее, национальные валюты действительно получили значительно большее хождение. Но главное то, что фактически вот происходит как раз тот процесс, о котором вы говорили, что гегемония коллективного Запада, прежде всего в Соединенных Штатах, она постепенно ослабевает и переходит уже, ну, еще нельзя сказать, что в сферу иллюзий, вот, но, тем не менее, она одряхлела и не обеспечивает лидирование решения международных, лидирование Соединенных Штатов, как они говорят, мы обеспечиваем лидерство, в том числе в решении глобальных проблем. Ну, вот, переведи, а то там замучили. Лидершип, это на всех языках, даже по-французски. Вот самая яркая иллюстрация того, что возникают крупные международные центры силы, крупные международные форумы, альтернативные, это вот расширение БРИКС. С 1 января следующего года в БРИКС присоединяются Эфиопия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран и, предположительно, Аргентина. Там, правда, новый президент немножко колеблется, но, похоже, он уже немножко передумал не вступать в БРИКС. Есть первые признаки. Поживем, увидим. Центр международного влияния, не организация как раз, потому что БРИКС – это не организация. Международного влияния. Вот. В результате складывается совершенно новая конфигурация на международной арене, как раз вот полицентричная, многополярная, любое слово можете выбирать. При этом, однако, вот наш министр, совсем недавно выступая на примаковских чтениях, отметил, что этот процесс формирования нового глобального порядка, он будет достаточно долгим. На завтра, вот, будет 1 января, БРИКС расширится, новый международный порядок чудесным образом не появится. И в частности, ему задавали вопросы, это были примаковские чтения, такой интеллектуальный клуб, посвященный, названный в честь выдающегося российского политика Евгения Примакова, который был министром иностранных дел на закате своей карьеры. Он ответил на один вопрос интересно. Ему задали вопрос. Вот. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в отношениях международных? Не возвращаемся ли мы к периоду холодной войны? Или новой холодной войны? Министр сказал, что, к сожалению, вот он констатирует, что в нынешней современной обстановке
есть факторы, которые вызывают серьезную тревогу. Факторы прежде всего того, что если в период классической холодной войны два главных лагеря в мире придерживались определенных политико-дипломатических рамок, стремясь избежать прямого конфликта, сейчас со стороны Запада просматривается другая линия. Министр констатировал, что в заявлениях западных политиков, ведущих глав государств, правительств, слышится тревога даже за свое существование. И получается так, что на Западе в какой-то степени, ну скажем, задумываются, наверное, это слишком вежливое слово, не исключают такой перспективы, что в результате нынешнего обострения международной обстановки может произойти, значит, нечто фатальное для всего человечества. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки неоднократно звучали, особенно когда представители администрации Байдена убеждали Конгресс в том, чтобы оказать какую-нибудь помощь Украине, там дополнительно еще что-нибудь, звучали уверения, что вплоть до анекдотических, что ну, если там что-то в Европе произойдет, она очень далеко нас не достанет. При этом Вашингтон активно толкает НАТО на то, чтобы вмешиваться в ситуацию на Украине, поддерживать неонацистский режим, добиваться военного поражения России. Такое впечатление, что они хотят какой-то такой большой войны, как бы Первая, Вторая мировая война, в результате которых Америка только усилилась. Но они были далеко. Россия со своей стороны, напротив, выступает за то, чтобы все международные проблемы решались консенсусом, с помощью коллективных усилий, через коллективные усилия выходили на консенсус, баланс интересов, учет законных озабоченностей интересов, в том числе в сфере безопасности всех государств. В соответствии с уставом ООН, поиск решения на основе коллективных усилий и консенсуса. При этом Российская Федерация напоминает Западу, что наши стратегические силы сдерживания находятся в высокой боевой готовности, что российские ученые, промышленность создали несколько прорывных военных технологий, видов оружия, которые пока Западу недоступны. В сфере военных технологий прежде всего это так называемый гиперзвук, сверхскоростные ракеты, гиперзвук, да, и создан уникальный военный комплекс под названием, если мне память не изменяет, «Буревестник», да? Это ракета с ядерным двигателем, которая способна несколько раз облететь вокруг земного шара и ударить врага с той стороны, с которой он ее не ждет. Ядерный двигатель практически почти с неограниченным ресурсом. Вот. При этом цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. И речь идет, как подчеркивает Путин, не о территориях, а о нашей безопасности, защите мирного населения. Поскольку нам неприемлема вот такая логика, как сейчас мы часто слышим в связи с Ближним Востоком. Хамас совершил террористический акт, поэтому мы уничтожили. Они уничтожили тысячи и тысячи мирных детей, женщин. Говорят, сейчас уже превысило 15 тысяч человек жертв, в том числе почти 5 тысяч детей. Это неприемлемая логика в международных отношениях. 15 тысяч. Общее. А детей почти 5 тысяч. Так что ситуация непростая, но Россия будет продолжать этот курс и рассчитывает, что вот то глобальное большинство, которое сейчас постепенно формируется, оно поддержит этот курс. Мы видим с их стороны поддержку. Поэтому мы сохраняем оптимизм. Domnule ambasador, vă mulțumesc pentru
acordarea acestui interviu, pentru informațiile foarte importante pe care ni le-ați transmis, mai ales având în vedere actualul context, România făcând parte într-un mod nefericit dintr-un blocaj informațional. Da, к сожалению, одним из признаков современной западной демократии стало хроническое вранье, такое патологическое вранье и информационная блокада. Альтернативных точек зрения. Спасибо вам за то, что вы интересовались и терпеливо выслушали все мои комментарии и сообщения. Проявили интерес и терпение, выслушали с терпением. Ну, потому что сейчас практически нет каких-то международных проблем, которые в двух словах можно объяснить. Главное, на мой взгляд, один из главных пороков вот западной информационной системы и пропагандистской, и пиар, и все остальное в куче, да, strategic communication, главный недостаток, заключается в том, что Запад предпочитает отсчет истории с какого-то момента. Вот на Ближнем Востоке с 7 октября, как будто 7 октября возникла война между Хамас и Израилем, допустим, по арабами и евреями. То же самое на Украине. 24 февраля прошлого года как будто началась война. А до этого 10 лет ничего не происходило. Понимаете? Если так подходить к фактам и вообще к процессам, мы никогда ничего не поймем. Это передергивание, манипуляция.